Всех приветствую, всех радовид. С вами Светлана, ваш таролог и проводник. Подписываемся, жмем на сердечко для энергообмена, пишем комментарии, да будет так. Всех люблю, всех обнимаю, мои хорошие. Так, знаете, приятно слышать слова, которые, знаете, отзываются в ваших душах, в ваших сердцах. И неважно, они отрицательные или положительные. Почему? Потому что, ну, боли-то много, да. Всем добрым не будешь. Поэтому присаживаемся и пофиячим. Меняла, меняю и менять буду свою жизнь в лучшую сторону. Давайте посмотрим ваше настоящее, да, будущее. И может что-то предпринять. Начнем настоящее. Да, у меня тут маги-волшебники. Каждый человек из нас действительно, смотрите, новый путь и новое направление. Конечно, маги-волшебники. Человек, который не стоит на месте, не взирая ни на что. Да? Человек, который не скажет, что ему плохо, что ему тяжело. Человек здесь мастер своего дела. Человек, который развивается, постоянно что-то ищет для себя. Что-то новое, значимое. У меня настоящее здесь показано. Теперь вообще ваши планы какие-то такие далекие показаны. Карта победы. Ух ты, для укрепления отношений. Ваше настоящее, вы сейчас работаете над тем, чтобы показано построить отношения. Эти отношения могут быть на расстоянии. Показана карта, знаете, у справедливости, да, укрепления семьи, отношений. Поэтому оно действительно так. Вы не сидите, вы меняетесь, вокруг себя все, пространство, время показано, вы все меняете, вы читаетесь, вы двигаетесь, развиваетесь. Человек, который принял себя, в первую очередь принял себя для того, чтобы стать осознаннее, мудрее, ой, это же замечательно. Будущее ваше – это новый мир, новая жизнь, новый человек. Да что же можно сказать? Может, вы пытались балансировать. Знаете, вот такой человек, который никогда никого ничего не просил. Вы умеете рисковать. Иногда ведете себя, может быть, как глупцы. Но это же того стоит. Да? Но видите, двойственность. Надо было принимать решение. Да, вы здесь прошли, показано. Вот, знаете, для того, чтобы было изменить своей жизни, да, вам пришлось пройти через все показано. Голод, холод, да. Да, когда вы смотрите, пентакли там есть за окошком, да, хай бы человек предложил, сказал, у меня есть возможность тебе предложить, давай я тебе помогу. Нет, ни хера показано. Но возле вас есть все равно один друг показано, преданный. Но смотрите, вас обесценили. Вы почему оказались в таком состоянии? Почему вы меняете? Потому что вас обесценили. Вы вкладывались, вы делали все, минуя себя ради всех. И вас обесценили, показано. Это семья обесценила. Семья обесценила. Смотрите, человек, который, вот, может быть, пошел в новые отношения, в новую семью, а его там просто обесценили. Человек, который сделал все для семьи, а семья взяла и обесценила. Смотрите, все сделал для семьи, да, а семья взяла и обесценила человека. О, это да, когда обесценивает семья. Знаете, когда вас любят, то принимают вас и ваших детей, да, и любят вас так. А здесь показано, вы делали для себя, для его семьи. А семья взяла и обесценила. Его семья взяла вас и обесценила. Да, это же надо. Вы что сделали? Вы взяли и ушли. Ушли, все изменили, показано. Я устала жить такой жизнью. Или устала жить такой жизнью. Если показано мужчина на себя, женщина на себя. И вы здесь ушли. Вы спать не могли, вы здесь ушли. Ушли, ушли. Сделали новые выборы, ушли. Ушли, потому что показано человек, который, ну, ничего не делал ради вас. Ему так удобно было, да? Постирает, приберет, есть, приготовит. И там поишачит, там поишачит. Человек, который создавал сложности и трудности.
Вы для себя приняли решение. Вы человек, знаете, такой... Вы человек как везунчик, как шанс. Вы свою удачу никогда не пропустите. Не пропустите. Как бы тяжело вам ни было в этой жизни. Вы действительно меняете, меняли. И будете менять свою жизнь в лучшую сторону. Почему? Потому что вы никогда не остаетесь там, где плохо. Знаете, уже как не первый раз. Вы никогда не остаетесь там, где плохо. Вы никогда не покажете, что вам тяжело. Никогда не покажете, что вам тяжело. Вы много боролись в этой жизни одна, один. Одна, один показано. Здесь у меня или одинокие волки, одинокие львицы. Да, но здесь круто все изменится. Вы выросли, вы поднялись, показано. Здесь круто все изменится. Потому что вы так решили. Боже, вас даже родные и близкие предавали. Мамы, папы, братья, сестры, двоюродные, троюродные. Они хотели, чтобы ваша жизнь стерла с лица земли. Обалдеть просто. Показана светлая женщина. Девушка, женщина, светлая. Обалдеть. Ну что по справедливости? По справедливости вашу жизнь пройдет то, что вы заслуживаете по справедливости. Здесь будет наказание. Вас нельзя обижать, показано. Вы не злопамятный человек. Но вы никогда не впустите в свою жизнь тех людей, которые вас обидели и создали вам болезненные ситуации. Никогда, показано. В вашу жизнь войдет новый человек с любовью, показано. Может, сейчас развития нет. Может, здесь расстояние такое, потому что надо что-то разрушить, совершить, прежде чем построить. Это может быть развод, уход для того, чтобы построить с вами отношения. Мужчин для себя, женщин для себя. И это действительно так, потому что вы как солнышко. Человек, который умеет мечтать, жить, двигаться, расти, развиваться. Который знает ценности, что такое жизнь, что такие материальные блага. В вашу жизнь войдет человек страстный, ответственный. Ой, ну вы знаете, вы еще поживете. Поживете, показано. Вверху этот самый, вот на, воздушного знака женщина. Вот пара, видите? Пара. Сильный, умеет зарабатывать, состоятельный и уверенный в себе. Поэтому, как вы говорите, меняла, меняю и менять буду свою жизнь в лучшую сторону. И это действительно так. Есть люди, которые не хотят ничего меняться, сидят в этом болоте. А вы нет, вы не такой. Вы меняли, меняете. Вы здесь у меня верховная жрица. Сильная красавица, умеющая любить, умеющая ценить. Вообще суперская. Будет оценена. Оценена. Мужчиной будет оценена. На все... 100%, 200, 300, 400 миллионов, на все 100. Вот так. Вы этого заслужили.